смотрят на нее с завистью. Другие остаются равнодушными. Когда этот символ станет красным, появится угроза гражданской войны. Я ищу возможность повысить лояльность. Возможно, если бы у меня был священник, он бы помог, но нет очков опыта. Единственный способ улучшить ситуацию – это сделать его губернатором. Но лимит губернаторов исчерпан, и я лишь в силах подарить ему поместье. Дело в том, что губернаторы привязаны к поселениям, а поместье — это отдельное здание. Важным фактором, который помогает удержать корону, это не только завоевание, но и наличие у короля множества усадеб. И король может распределять их, отдавать их своим генералам. Я даю этому генералу поместье, и он снова лоялен ко мне. Таким образом, я нашел те вещи, которые способны удержать викингов в порядке.